Слушай, ну твой гол получился ровно повторением гол, который забил твой брат вчера. Ты специально так хотел или просто совпадение? Да, на самом деле, просто, да, получилась игровая ситуация такая, ушел под левую. В принципе, в таких ситуациях многие бьют в дальние, поэтому, ну, что сказать. Рад забить, конечно же, свой первый гол в 23-м году, и за брата очень рад. Тем более 1-0 выиграли они, поэтому только вперед. Ты с братом успел пообщаться после вчерашнего матча? Немножко, да. Там какие-то игровые обсудили моменты его, поэтому что-то подсказал ему. Вот. А он что-то нам как-то напутствие какое-то делал на сборах, на матч сегодняшний? На самом деле, ну, мы обычно друг от друга отталкиваемся, поэтому он мне пожелал удачи, хорошей игры. Самое главное, всем без травм, поэтому вот такие какие-то общие моменты.